Секретарь НРО «Единая Россия», губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в предварительном голосовании партии. Он отдал свой голос за участника процедуры в Нижегородском районе областного центра. Напомним, 25 мая в Нижнем Новгороде стартовало предварительное голосование «Единой России» по определению кандидатов от партии на очередные выборы депутатов городской думы, которые состоятся в сентябре 2020 года. Для участия в предварительном голосовании партии зарегистрировано 96 человек. Принять участие в голосовании могут все совершеннолетние жители Нижнего Новгорода, которые зарегистрированы в областном центре. Для этого необходимо зайти на сайт rg.er.ru, пройти процедуру регистрации и отдать свой голос за понравившегося кандидата на своем избирательном округе. Нижегородцы могут проголосовать круглосуточно с 25 по 31 мая.